Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня говорим о новых максимумах на Уолл-стрит. Индексы все бьют исторические хаи, а мы с вами наблюдаем и пытаемся что-то урвать, чтобы присоединиться или продолжить присоединяться к этому тренду. Поэтому сегодня будет очень интересное видео. Мы начинаем. Переходим к демонстрации экрана. Вот такими заголовками пестрят большинство изданий, интернет и бумажных. И мы с вами видим, что действительно, если перейти на график S&P, что он находится на самом максимуме, вблизи 3200 пунктов. И такого никогда не было в истории. Да? Каждую неделю, каждый месяц мы видим максимум, максимум и продолжается движение все выше и выше. Поэтому почему это происходит и что делать, куда бежать, как раз сегодня мы с вами разберем. Да? Первое, что хочется сказать, это что почему растет так индексы и финансовые рынки, потому что американская экономика продолжает радовать всех инвесторов положительной динамикой, и в этом году ожидается рост экономики более 2%, в 2020 год ожидают около 3% рост американской экономики и более чем 3,2% рост ВВП мировой. Вот, поэтому это хорошие данные, хорошие цифры. Безработица в Штатах на рекордном минимуме, такого не было уже 50 лет. Со времен там войны во Вьетнаме, нонфармы выходят шикарные цифры, да, там за 250 тысяч. И в принципе ФРС ставка 1,75, вот этот тренд в моменте на снижение процентной ставки, он как бы зафиксировался, но мы видели несколько плавных снижений, что также плюс для фондового рынка. Ну и здесь опять же мы говорим про рост промпроизводства, рост потребительского спроса, да, умеренную инфляцию. То есть все сейчас складывается так, что в 2020 году вряд ли будет какая-то рецессия, какой-то мировой кризис, потому что флагман, лидер этой мировой экономики, Соединенные Штаты, себя чувствуют отлично по большинству метрик, которые используют макроаналитики. Да? Если мы перейдем на графики в терминал Admiral Markets, ссылочка, кстати, на то, чтобы открыть демо-счет, попробовать, как торговать реальные акции, не спот, не CFD, а реальные акции без плеча в лонг, вы можете по первой ссылочке в описании. Все полезные ссылочки будут под этим видео. И если мы посмотрим ETF на S&P от Vanguard, мы видим здесь также исторический максимум, 294 примерно доллара за пай, и ничего здесь не предвещает беды. Значит ли это, что мы не увидим там снижение на 10-15%? Какие-то коррекционные волны, если с вот, торговой войне между США и Китаем опять наступят какие-то холодные времена, но пока что и этот форс-мажор убрали, потому что там вроде как Трамп сказал, что они в ближайшее время уже договорятся, да, поэтому нету никакого негатива, есть в принципе один позитив, и даже если будут какие-то коррекционные движения, я не думаю, что они будут более там 7-10%, что достаточно умеренно. Если мы посмотрим на лидеров, Apple у нас в космосе, 280 с копейками, летит просто вот такой стрелой, да, вы видите, просто параболическое закругление. Здесь, естественно, сейчас каких-то новостей нету. Кто не в лонгах, кто не слышал наши прошлые обзоры на этом канале, то извините, но как бы мимо, да. То есть здесь пока присоединяться нет смысла, закрывать сделки пока тоже смысла нету. Я думаю, что здесь может продолжиться рост, в том числе до 300, потому что сейчас по Apple много положительных новостей и новые потоки от приложений, и новые наушники у них вышли крутые, новый продукт, да, и iPhone 11 Pro, в принципе, очень понравился публике и финансистам, поэтому здесь мы видим это отражение на графике
цены, где есть немножечко какой-то лак, да, и где есть какая-то, как модно говорить у трейдеров и инвесторов, upside, да, upside, то мы здесь видим что-то подобное на Амазоне. То есть Амазон у нас был пики 2000-2050, сейчас цена около 1800. То есть, в принципе, потенциал хода по Амазону есть процентов 20-15. И у Амазона сейчас очень хорошо качает облачное подразделение, они ожидают роста этого направления на 20%. То есть здесь есть потенциал, есть растущие денежные потоки по данной акции, поэтому по данному эмитенту, поэтому здесь нужно следить. Я понимаю, что дорого стоит Amazon и по цифрам, и по некоторым мультипликаторам, но в принципе здесь есть, по крайней мере, какая-то картинка, есть какой-то уровень, да, от которого мы вроде как крепимся, отбиваемся. В принципе, если цена закрепится выше 1800, можно пробовать смотреть аккуратно на небольшой процент портфеля, заходить здесь смотреть по Амазону, есть хорошая идея. CVS, который мы на прошлых наших обзорах смотрели, продолжает рост. То есть я вам рекомендовал еще по 55 ее покупать несколько месяцев назад. Сейчас мы уже 73-75 были. Я думаю, что здесь рост будет продолжаться. У меня целевой ориентир стоит 80-90, да, поэтому здесь, я думаю, рост продолжится. И вот CVS, крупнейшая сеть аптек в США. Это достаточно неплохая такая инвест, торговая идея на средний срок, но, естественно, здесь нужно дождаться какой-то коррекции, допустим, до 70-69, может возникнуть хороший уровень, где можно добавиться, либо купить данную акцию на небольшой процент портфеля. Disney вышел со своим приложением Disney Plus, и я вот по части счетов зафиксировал, к сожалению, данную позицию. У меня была покупка, но где-то мне уже показалось, что 130 это хорошая цена, но мы торгуемся уже 147, да, поэтому здесь я бы ждал какое-то коррекционное движение, вот эту возню, где-то предел 140-139, это хорошие будут цены для дозагрузки Disney в портфель. У них Disney Plus, интересное приложение вышло, 10 миллионов загрузок первые 2 дня. Там были хитрости свои, связанные с тем, что демо-версию триал предоставляли, по-моему, на 7 дней бесплатно, еще много там было моментов, но с другой стороны, это новое направление интересное, плюс купили 20 век Fox, и Disney сейчас выглядит очень хорошо, Marvel качает и дает им хорошую выручку. Вот. И сейчас еще будут качать Симпсоны и прочие хиты от 20 века Fox. Поэтому я думаю, что здесь все будет неплохо. Вот такие акции, которые дают в том числе дивиденд, типа Disney, чуть пониже, чуть подешевле, и будет хорошая покупка. И еще одна идея, которая просто технически мне очень нравится, не говоря уже по недооцененности, по основным коэффициентам, которые я анализирую, это Electronic Arts, это один из там топ-3 производителей игр для компьютеров. Они выглядят очень хорошо, у них FIFA, NHL, Sims, по-моему, им принадлежит много хитовых игр, которые люди играют по сети в том числе. Здесь очень хорошо выглядит данная бумага, очень у нее хороший потенциал роста. Я считаю, что потенциал здесь роста более 5%, 5, более 50%, 5% это неплохо, но 50 лучше. Более 50%, и сейчас их выручка, чистая прибыль планомерно растет. Есть большая недооцененность рынком, как мне кажется, и выглядит бумага действительно очень интересно. Все, что выше 100 долларов за бумагу, это интересно, вблизи 100 долларов покупка, и вот уже сейчас 105. Посмотрим, допустим, через месяц, как будет торговаться бумага. Я думаю, что она будет намного выше. Здесь будьте аккуратнее, потому что это мой обзор, да, мои мысли, мои бумаги, которые я добавляю к себе в портфель, которые я торгую, которые инвестирую, но нужно понимать, что есть риск-менеджмент. На маленькую часть, если что-то покупать в портфель, то всегда нужно следить, чтобы не перебирать плечи, риски и так далее. Поэтому просто по этим бумагам есть возможность до захода, и здесь восстановление идет по финансовому анализу и по технике. Мы видим здесь
возможности. Поэтому вот если как-то так кратко, идей много, но вот несколько я вам дал в рамках данной нашей такой встречи. Если будут у вас вопросы, пишите в комментариях под этим видео на канале Admiral Markets. Я приду сюда и постараюсь вам ответить на эти вопросы. Есть ссылочки в описании на открытие счета. Попробуйте, потестируйте, посмотрите, как легко можно через МТ5 торговать реальные акции. Очень удобно через эту платформу сейчас. И также будет вторая ссылочка в описании на небольшой обучающий курс. Если вам это будет также интересно, переходите, учитесь торговать и инвестировать в акции. Есть интересные здесь варианты, интересные возможности для инвестирования. Ну, в принципе, то, что хотел основное сказать, сказал. Всем большое спасибо. Надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Если это так, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео на этом канале. Всем всего доброго. С вами был Виталий Сергиенко, профессиональный инвестор и трейдер с опытом более 12 лет. Всем всего доброго, всем пока.